Всем привет, с вами Галактики, и мы продолжаем прохождение DLC к Fallout New Vegas Dead Money. В общем, я и Кристиан пойдем выкручиваться из сложившейся не очень радостной ситуации. Возможно, мы сейчас еще поможем Кристиан обрести голос, да? Возможно. Что, может, у тебя что-то есть интересное? Нет, у нее нет ничего вообще. Ну хорошо. Топаем. Я вроде бы всех тут подключал уже, да, все. Кристиан останавливается, смотрит на динамик, затем на ваш ошейник и хмурится. Это сломанный динамик. Если мы слишком долго задержимся рядом, он взорвется. Она постукивает по вашему ошейнику, затем тень быстро, очень быстро раскрывает и сжимает ладонь. Угу. Она указывает на ваш прибой, на свой ошейник, потом на ваш ошейник, через секунду раскрывает и сжимает ладонь уже... Я ничего не понимаю. Так, ты каким-то образом можешь воздействовать на динамики и частоту детонации. Успех. Так, замирает, указывает на себя и качает головой. Кристиан указывает на ваш ошейник, потом на свой, затем на прибой, очертит в воздухе треугольник, делает так, так, так. Это сработает с любым другим ошейником. Открывает рот. Мне вот не нравится, что когда вот, да, не диалог идет, то, ну, в общем, быстро заканчивается. Вот я не успеваю дочитать иногда. Так, это только твоя частота. На вас обоих и на пибой. Так. Но только... Я, что? Отлично, какая романтика. Ничего не понимаю, ну ладно. Окей, в клинике мы можем починить себе... ноги, если что, вдруг. Так. Теперь давайте попробуем еще у нас куда-то, да? Мы вроде куда-то могли еще пройти. Или не могли. Угу. Скорее всего, не могли. То есть, все мы уже здесь осмотрели. Все оказалось довольно... Довольно таким... Маленькая клиника оказалась, да. Хорошо, выходим тогда. Тем более мы тут... Воу, 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 дружище. Ау, ау, ау. Так. Как-то он бросил копьецо. Давай, давай, пошли. Надо было хотя бы ей нож какой-нибудь дать. Ой, смотрите, как я... Боже мой, у тебя красный ошейник. Или глаза это у тебя в красном светятся. Какая же ты стрёмная теперь еще здесь стала. Метательная... копье, нож. Давай я тебе нож дам хотя бы. О, вот кто еще у нас тут, да? Отлично. Постукивает по шейнику, принимает защитную стойку. Истребитель призраков. Убить 10 призраков. Так, давайте починим ножик какой-нибудь один полностью и... Выделим, ну вот какой-нибудь, да, давайте выделим тебе. Держи тебе ножик. Или может тебе нож-копье дать. Урон 10, 26 урон в секунду, 24, ну ладно, так, хорошо. Все, теперь она будет ножом их резать, этих призраков. Так, я думаю, будет немного проще уже. Так, смотрим дальше. Куда нам надо? Куда нам надо? Вилла-клиника, вилла-клиника. Ага, у нас есть еще продолжение клиники, оказывается. Да, вот в ту сторону. Давайте пойдем посмотрим. Там выход, видимо, куда-то в другое место. Через второй этаж, который был. Да, выход у нас. Давайте пойдем посмотрим. Так, где он был? Выход этот. По-моему, вот здесь, да? Угу. Угу. Вот совсем. Другой куда-то проход, непонятно куда. Магазин подарков, как я понимаю. Воу-воу-воу, помехи. Так, я понял, хорошо. Кристи, ты прям вообще умничка такая. Хоть и лысая. Отлично. Так, магазин подарков, сувениров. Но надо сохраниться, потому что чувствую, сейчас где-то тут будет какая-то подстава.
взорву сейчас где-нибудь или еще что-то не очень хорошее, поэтому... как я удачно зашел, 40 фишек сразу взял, да? Патроны 20-й калибр. Уже много разнообразных патронов нашел, а вот оружие не густо пока что. Так, сейчас пойдем в ту сторону. Осмотримся. Давайте этот свет, может быть, включу, да? Так будет немного виднее. Открыть тумбочка. О, фишка. Класс, еще фишки. Еще фишки. Супер. Ну, вроде больше ничего нету. Пошли. Кристи. Ага, вон, по-моему, еще одна там меточка, да? Значит, там еще один тайник будет. Я так предполагаю. Что у нас в печке? Ничего у нас в печке нету. Металлолом заберу. Так, стоп. Нет, показалось. Давайте осмотримся здесь сверху еще немножко, а потом уже вниз спустимся. Да, тут вот таким вот образом проще пройти. И чемодан. Тайник Дина. Патроны, заколки, кексы, патроны, полицейский пистолет. Это уже хоть что-то. Так, виски. Я не знаю, возьмем уже на всякий случай, если что. Тайник Дина. Их 15 штук, да, нужно будет, ну, найти для ачивки. Так, там мы были, хорошо, все, я понял. Спускаемся, значит, вниз. Смотрим, что у нас тут есть интересного. Свинина с бобами. Не знаю, заберу. Потом уже у меня там сопротивление радиации небольшое есть. Антирадин, хорошо, тем более пюре быстрого приготовления, готовый обед. Надо же чем-то как-то жизни восстанавливать хоть. Так. Зрение призрака. Банка токсичных отходов. Что она делает? Что за зрение призраков? Не знаю, давайте одну штучку изготовим. Одну. Давай, одну. Оп. Зрение призрака добавлено. Наверное, как-то... Не знаю, давайте почитаем. Пока у нас не так много предметов. Так, зрение призрака. Эффекты зрения призрака. Ей, все стало зелененьким таким. Ну, это, наверное, да, если где-то совсем темно будет. Король Треф из Сьерра-Мадре. Так. 6 бубей. Опять же, карты, да, предлагают мне постоянно. Я так и не поиграл ни разу. Маленькая испорченная книга. Так, о, хорошо. Замочек. Замочек, наконец-то. Давай. А, блин, очень сложный замок. Да что ж такое? Ого, ну фантастика прям. Так, я все забрал, все, что было. Блин. На, слишком наклацал. Так, ну посмотрим. Главное, что оружие, да? Полицейский пистолет. Комбинезон, дыхательный аппарат. Ну, вроде бы ничего такого нету. Воспламеняющееся вещество. Ну, ладно, остальное посмотрим. Потом шкаф. Одежда, фишка. Можно было бы поспать, да, попробовать лечь. Ну, где-нибудь, может быть, в более безопасном каком-то месте, чтобы жизни восстановить. Кстати, можно все пачки сигарет собирать и возвращать деньги за них. Да, как я понял. Ну, фишки, в смысле. Ух ты. Так, посмотрим. Все зеленое, даже пибой зеленый стал. Понятно. В общем, мы
здесь обошли, посмотрели все, сделали круг и теперь возвращаемся в виллу. Больше здесь вроде бы как нету ничего. Хотя, смотрите, есть еще двери. Я далеко не... О, токсичное облако отравляет меня. Больше не отравляет меня. Так. Сохранимся. И погнали. Погнали. Во-первых, 40 фишек. Пошли на второй этаж. Что у нас тут? Срочно, быстро. Письменный стол. Пепельница. Еще 5 фишек. Но это 5 фишек мелочи. Можно поспать. Деловой костюм. Нет, спасибо. Это неинтересно. Все. Это я из-за 40 фишек сюда ломился. Ну, вроде больше нету ничего. Ладно, загружаюсь. Быстренько тогда запрыгиваем, забираем 40 фишек. Посмотрим, что у нас тут еще есть, может, за стойкой барной. Ну, еще парочку фишек я нашел, конечно. Так, воу-воу-воу-воу-воу-воу. Нет, это плохо. Из-за пары фишек тоже как-то не хочется. Все, значит, быстренько 40 фишек забрали. Тут вроде бы... Нет, что-то было. Ладно, все, хватит. Хватит отравляться. Хватит. Со зрением призрака, в принципе, конечно, интересно так довольно-таки. Так, вижу, чувствую вражеское тело. Сохранимся. Сейчас мы. Ой, ой, Кристи, прости. Хорошо. Все, всех призраков уделали. Сохраняемся. Ой, помутнело в глазках у нас. Хорошо. Тихо, дружище. Какой тон? Там призраки какие-то попроще были такие, да? Этот что-то пожестче. Те вообще с одного удара там лопались, а этот какой-то серьезный. Так, карта мира. Да, идем теперь быстренько прямым ходом к супермутанту, которого нам посоветовали первым найти. Давайте только я что-нибудь съем. Во-первых, что у меня есть? У меня есть очищенная вода, аж одна. Пюре быстрого приготовления мало, свинина с бобами мало. Есть мартини, очки здоровья плюс 75. Хорошая мартини, ладно, придется выпить, ничего не поделать. Сохраняемся. У меня пару стимуляторов там есть, но тратить их как-то не особо хочется. Найди меня, и мы сможем поговорить. Так, ну нам как раз вот в эту сторону. Больничку мы осмотрели. Давайте зайдем в помещение в это. Вот, кстати, вот здесь можно было вроде бы поспать, да? Нет, надо свет включить, я ничего не вижу. Наверное, потемнело просто. В прошлой серии я вроде хоть что-то видел. Так. Возьму я... Это не пачка сигарет, патроны были, скорее всего. Так, кто-то здесь вел перестрелку. И, видимо, оружейный шкаф. Лазерный пистолет. Ну, блин, наконец-то. Хоть какое-то нормальное оружие. Грязная вода, стимулятор. Споп, все забираем. Хорошо, мы так зашли. Нет, вот стрёмная, вот вообще, посмотрите на нее. Вот это ужас. Так. Гильзы тоже заберем, может, переработаем когда-нибудь. Ладно, спускаемся. Так, в тумбочку я, по-моему, не лазил, да? Да, 3 фишечки еще есть. Спускаемся, чтобы я не потерялся.
Я хорошо. Я не потерялся вроде бы. Ну и топаем. Значит. Поднимает указательный палец, потом мрачно куда-то там показывает. Ага, вижу тело. О, еще одно. Отлично. Мартини. Коллекционер. Что-то там. Фишек. Так, смотрим. Нам в любом случае в ту сторону, поэтому давайте сейчас. О, еще один тайник Дина. Отлично. 9-миллиметровый пистолет. Интересно, есть ли у меня. Давайте вино тоже заберу. Интересно, есть ли у меня. Школа выживания, гаечный ключ. Патроны к 9-миллиметровому пистолету. Ноль. 9 есть, да. Но это мало. Копье тоже заберу. Все заберу. Краник нет? Нет. Так, Кристи, ты тут? Тут. Хорошо. Watch out for the villa inhabitants. They're difficult to kill unless you chop them apart. Раз If их you can, топоры blow them up захватывают. or disintegrate them. Дезинтегрируй. Критическое попадание. Так, сейчас главное его дорезать. На всякий случай. Так, по-моему, у него еще копье одно есть, нет? Нет, это забрать нельзя. Это чисто его. Так. Собираем все фишки. Нужно собрать все фишки. 500, ладно, нужно собрать хотя бы. Так. Активировать голограмму. Привет. Привет. Нет, ты ничего не хочешь рассказать интересного. Похоже, что не хочет. Жалко. Так, смотрим, куда нам надо идти, чтобы не заблудиться. Я понял, тут без разницы, куда. Что так у нас. Только одна дорога. Ну, точнее, дороги две. Так. Сейчас сохраняемся. Побежали. Побежали, посмотрим, что у нас тут. Что у нас тут? А у меня дыхательный этот есть. Может, он мне поможет как-то? Опс. Не успел. А если интересно, я одену, кстати, дыхательный аппарат. Может, все-таки реально поможет? Водное дыхание добавлено. Тут мы дышим не водой, правильно. Тут проблема не в этом. Не успеваю добежать. Не хватает здоровья. Но там, наверное, что-то интересное должно быть. Я уверен. Я уверен. Надо сейчас что-нибудь съесть, выпить. Использовать стимулятор, допустим, хотя бы тот же, да? Окей. Так, сохраняемся и погнали. Погнали. О, нет, включи свет. Включи свет, включи свет. Что? Что произошло? Только что. Кто-то умер? Или это меня стошнило просто? Так, ну хорошо, я на самом деле рад, что я сюда пришел. Надеюсь, здесь что-то будет интересное. Граната. Гранатами я никогда не пользовался, но стимулятор один нам вернули. 10 патронов еще к магнуму. Такое себе. Могло быть и лучше. Давайте посмотрим еще, что у нас тут. Вот буклетик. Отлично. Взяли буклетик. На пен это начинается. Сейчас посмотрим, что это мы взяли только что. Я прочитать не успел. Так. Наверное, в разном.
Нет, не на П. А, поваренная книга Патриот. Все, я понял. Окей, ладно. Давай, прыгаем. Оп, аккуратненько. Идем. Так, кто тарабанит? А, все, перестали. Нет, не перестали. Тут кого-то разорвало, явно. Ладно. Вот нам в эти двери. Сколько монеток. Надо собрать их все. 350. Стоп, у меня 350 уже было собрано, нет? Странно. Так, ну хорошо, идем. Вот сюда. Полицейский участок. Speakers and radios interfere with the bomb caller frequency and can trigger the detonators prematurely. It is an unfortunate side effect, one I did not anticipate. I was unable to calibrate the callers to block the signals. So, you'll have to make do. Так. Это чудесно, что у нас создает помехи, но я не вижу. От шума у него болит живот. Найдите способ освободить. Так, а где же... Где же? Давайте, может, через терминал посмотрим. Может, тут можно отключить как-то. Так, 4 попытки нужно взломать. Хорошо. Surrounding. Мимо. Ой, что-то я не только вот нажал. Опять мимо. Ладно, пойдем. Я был уверен, что это слово. Пойдем тогда по заглушечкам пройдемся. Посмотрим, что у нас тут. Что у нас тут, что нет. Это как-то печально. Немного. О, еще одна. Хорошо. Мне бы вот заглушку, которая просто попытки сбросила бы мне. Было бы уже другое дело совсем. Так, о, есть контакт, собственно, посибилите. Открыть замок комнаты с конфискатом. Хорошо, запрещенная установка системы безопасности. Синклер установил новую систему безопасности, которая контролирует входящих на виллу и выходящих оттуда. Похоже, его мало заботит, что они делают внутри. Ему важно лишь, чтобы мы обратили, отбирали подозрительные или потенциально опасные предметы и следили, кто выходит и входит. Еще раз спросил его о том, должны ли мы наблюдать за строителями. Он сказал, что это дело, касающее только виллы. Значит, там заправляет мерзавец. Вот здорово. Пока... Обходится без несчастных случаев, его это не волнует. Едва успел спрятать фляжку под стол, когда он пришел, но он всегда с таким осуждением смотрит на выпивку. Так, запрещенные предметы. Попытался объяснить Синклеру, что его запрет будет очень трудно соблюдать. Он заявил, что мы получили автоматическую систему, которая будет конфисковать все, хоть сколько-то радиоактивное или вредное, и отсылать на домашний адрес гостя. Спросил его, что делать с теми веществами, которые уже находятся на вилле. Не упоминал о строителях. Он отмахнулся. Конечно, только Синклер заговорил о запретах, заявился его... Приятель стал выяснять, сколь ревностно мы будем выполнять новые требования. Сказал мне, что может прекратить снабжать меня, если я не буду проявлять соответствующее уважение к его друзьям. Мерзавец. Так. Все это замечательно. Сейчас мы взорвемся. Оп, еще один полицейский пистолет. Так, отходим, отходим, отходим. Шейник перестал пикать замечательно. Будем такими мелкими вылазками. Кстати, радио, может быть, да? Нет. Это нам не помогло.
визит Синклера. Синклер сегодня опять обходил свои владения. Хорошо, что он держит своих призраков в казино. Глядя на это ходячее световое шоу, каждый раз думаю, зачем мы ему. Ведь они могут испепелить человека за секунду. Как бы то ни было, Синклер крепко держит здесь все в своих руках. А в такое время это хорошо. Не знаю, насколько разумно строить себе логово, чтобы скрыться от всех бед окружающего мира, но богатеи могут позволить себе любую блажь, даже такие больные на голову, как Синклер. Камера задержания. Нечего докладывать, сегодня все спокойно. Даже на Пусто Дель Соль, думаю, бедняге Моррису в казино достается вечером, столько гостей прибыло. Настроил себе радиоприемники, чтобы послушать гала-концерта. Один приемник отнес в камеру. Синклер пожелал, чтобы сегодня мы были с гостями помягче. Может, просто подкину ключ в камеру, прояснится, сам откроет. Так, трансляция. Настроил, проснется, наверное, да? Настроил радио внизу на трансляцию через динамики. Не хочу пропустить сегодняшнее представление, а там ловит волну лучше. Так... чем настольные приемники здесь наверху. Понастраивал кое-какие... позаимствовал кое-какие припасы со склада вещдоков и отпраздную, когда смена закончится. Полагаю, остальные охранники будут чересчур заняты, чтобы меня проверять. Хорошо. По-моему, не пикает уже. Да? Ага, пикает там. Окей, значит... Я бегу. Не знаю, куда, но бегу куда-то. О, еще один тайник. Грязная вода, заколка, чипсы. Да, все, забираем. Полицейский пистолет, стимулятор, суперстимулятор. Внюхивается. Так, раковина, нет, пить явно здесь не стоит. Кристиан мне на... Не знаю, на робопса моего похоже почему-то. Так, хорошо, давайте мы тогда... Раз у нас есть уже... Ну, сколько копий у меня, да? Раз у меня есть уже столько пистолетов, давайте мы ими будем пользоваться. Так. Полицейский пистолет. Да, реально много. Так, отмена. Давайте мы их все починим. Хорошо, до вполне такого адекватного состояния. И 70, да, 71 патрончик еще есть, и 6 в обойме. Отлично, берем. Можем теперь пострелять хоть немного. Помещение делового логика, по-моему, понимаем, что балец вверх. Так, хорошо. Пусто. Пусто. Шкаф. Так. Еще один полицейский пистолет и еще немного патронов к этому же пистолету. Ну, я думаю, это будет наше первое оружие, которым мы будем пользоваться нормально. Без опасений того, что закончатся патроны. Так, есть контакт. О, С4. Забираем. Может пригодится когда-нибудь. Очки хамелеоны. Они мне не надо, точно. Терминал. Так, снаряжение. Получили сегодня мины, патроны и оружие, в том числе дробовики. Вполне достаточно, чтобы оборонять виллу, если будут неприятности. Синклер серьезно относится к ситуации в мире, хоть это все и далеко от нас. А может, именно потому, что далеко. С ужасом думаю, что будет, если кто-нибудь доберется до нашего оружейного арсенала. Тут и половины хватит, чтобы превратить виллу в минное поле. Так, торговые автоматы. Установлены и работают, в отличие от других устройств, кое-какие проблемы они нам доставили. Слышал, что они привезены с какой-то всемирной выставки, которую посетил Синклер. Он связался с разработчиками и заказал автоматы для виллы. Оказывается, автоматы могут выдавать не только продукты и прочие безобидные вещи. При опасности нападения коммунистов особые коды могут открыть снабжение боеприпасами и ремонтными наборами. На всякий случай сохранил коды в комнате с конфискатом. О, это хорошо. Это хорошо. Это полезно знать, что у нас где-то в комнате с конфискатом будет что-то интересное. Дайджест программиста. Он нам не понадобится, но... Ну, еще 127 патрончиков уже хорошо. Токсичных отходов.
машина, отходы электроники. Я, по-моему, уже могу сделать... так, разобрать патроны. Нет, тут только разбирание патронов, неинтересно. Окей, шкаф с инструментами, проводник нам не надо, дверь. Я надеялся, что здесь будет спуск как раз в подвал. Видимо, нет. Видимо, нет. Так. Сохраняемся. Где же этот шум-то? Где же радио? Надо его отключить или взорвать, или еще что-нибудь с ним сделать. Такая, на самом деле, интересная механика. Так. Перестал, да? О, в камере у него, наверное, да? Свинина с бобами. Водка, готовый обед. Зачем я водку взял, не знаю, но... мало ли. Так, раковина зараженная. Полицейские будни. Окей, там еще на что-то интересное. Металлический ящик. Забираем все. Окей. Очень просто. Да, было действительно очень просто. Так, где это мы вышли-то? Угу. Я понял, то есть можно вот так вот обойти и вернуться. Ну, давайте обойдем и вернемся, может быть, здесь что-то будет интересное. Все равно тут у нас такой тупичок. Запертый ящик, ну-ка. Эх, каждая заколка на вес золота. Фантом. Металлолом. О, чистящая заколка, хотел сказать. Так. И еще один ящичек. Таймер, чипсы. Оу! Промазал, да? И опять, наверное, промазал. Таракан. Гадский таракан. Сейчас точно промазал. Да что такое, я косой? 60, ага, 60, 20, давайте, 42. А 42 это куда? В правую, вот в ногу? Или куда это 42? О, ну давайте попробуем. О, есть контакт. Хотя бы раз мы попал. Перезарядился такой ковбой. И промазал. О, понятно, все, хватит. Можно было его ножом зачикать, да не тратить патроны, но зато я попробовал пострелять. Интересно все-таки было. Так, сохраняемся и давайте зайдем в эти здания. Опять поваренная книга патриота. Но это на случай, если вдруг нам придется там, да, пользоваться гранатами или еще чем-нибудь, может, С4, да. Эх. Буду надеяться, что здесь есть что-то стоящее. О, есть контакт. Патроны и лазерный пистолет, да. Броня Сьерра Мадре. А ну-ка. Интересно, что это у нас такое. Комбинезон, броня. Пункты урона 15. Вес тоже 15. Костюм киллера 14. Ну, костюм киллера мне скрытности прибавляет. Починить я тебя могу комбинезоном. Угу. Ну-ка. Как я теперь вылю... О, секьюрити. Отлично, мне нравится. Так, держи тебя... костюм киллера. Оденешь его, интересно, или не оденешь? Не знаю. По-моему, не оденешь, да? А, не, оу. Так, теперь тебе надо какую-то шапку отдать, чтобы ты не так страшно смотрелась, чтобы лысину твою закрыть. А шапки у меня, наверное, никакой и нету. Она тебе хотя бы очки. О, какой ужас. Так, ладно. Потопали. Там что-то в доме завонялось реально. Еще таракан.
Оу, я попал, я попал. Ну и хватит. Так. Давайте посмотрим на карту. Угу. Тут у нас получается здание, и там вход в полицейский участок. Ладно, раз такое дело, то давайте мы все-таки попробуем. Там тараканов много. Что у нас тут? Дверь. Ай, застрял, застрял, застрял. О, хорошо, больше у нас нет. Ух ты! Нет, нас отравлять-то перестало, конечно. Так, загружаемся. Надо, значит, что-то съесть. Допустим, давайте парочку стимуляторов. Хорошо. И теперь быстренько, быстренько бежим со всех ног. Со всех ног. А что здесь? Что здесь взорвалось-то? Да елки-палки, что там взрывается? Почему я не вижу никаких ловушек там? Хм. Реально странно. Почему? Что происходит? Почему я взрываюсь? Что мне туда не надо? Но явно тут не токсичное облако виновато. Может, я там что-то задеваю? Я даже не знаю. Так, где мы сейчас? Угу. Какой-то интересный... локация, которая не была отмечена. Окей, потопали. Посмотрим, что мы здесь найдем. Так, отходы электроники возьму. Вышли. Я понял примерно, куда мы вышли. Давайте сейчас посмотрим. Ага, тут просто у нас... Так, что я хриплю? Ну, перестать быстренько хрипеть. Так, я хотел пойти еще тут пройтись немного. Все, я прошелся везде, где хотел. О, какая карта, конечно, тут оказалась. Ну просто вообще все понятно по этой карте. Ладно, тогда нам куда нам? Не сюда нам. Что вниз получается? Вниз вроде бы. Да, тут я тараканчиков убивал. Попробуем пройти. Что-то вот здесь вот было. Ну, отходи, отходи, отходи. Угу. Я теперь вот слышу где-то уже, что я тут где-то на что-то наступаю. Так, жизнь. Ага. Ладно, но это не тот капкан, который я хотел найти. Где-то там... Или растяжка какая-то, или... Ну, я ничего не вижу, реально. Вот, растяжка, растяжка, растяжка. Как мне тебя обезвредить, растяжку? Есть. Да ну, что такое? Все, хорошо. Растяжка обезврежена. Угу. Она просто, когда взрывается, да, наверное, детонация идет, то взрывается все это токсичное облако. Может быть, тут в этом как раз проблема. Так, что я сюда шел так радостно взять? Гаечный ключ. Неплохо. Еще один гаечный ключ. Это уже
Практически у меня есть, можно сказать, два ремонтных набора. Изолента как раз тоже. Но я бы не сказал, что это прям вообще как жизненно важно. Ладно, возвращаемся. Возвращаемся. Полицейский участок. Вроде бы все, да, тут ничего нету. Побежали. Ладно, монетки там собирать я не стану. Здесь, по-моему, да, у нас полицейский участок. Угу. Да, ну хватит трезвонить, ёлки-палки, мне уже надоело. Так. Куда-то сюда. Солнечные. Может, тебе солнечные очки дать? Ошейник перестал пищать. Хорошо, спускаемся. Короче, у него раздвоение личности, я понял. Сегодня наблюдал установку торговых автоматов на улице. Все сразу заработало, и неудивительно, ведь работу вел персонал казино. Наконец пожаловался начальнику на ситуацию с автоматами. Они ведь вроде как корпоративный магазин, а нам к оплате прикладывают фишек всего ничего, так что мы и купить ничего не можем. Шеф сказал, что не уверен, что идея насчет фишек принадлежит Синклеру, ну а если будут проблемы с самими машинами, тогда можно к нему опять обратиться. Обыски, выемки. После очередного разговора с ребятами Пуэста Дель Соль сказал шефу, что если Синклер хочет, чтобы его запреты соблюдались, без обысков не обойтись. Шеф целиком занят предстоящим открытием. Он сказал, Синклер считает, что строительство виллы куда более важно, чем поиск рабочих спиртного и химии, пока они не причиняют вреда себе и другим. Слегка вспылил шеф тоже, сказал мне плюнуть на это. Все это нехорошо пахнет, шефу не до меня. И теперь Синклер закрывает глаза на то, что творится на вилле, раз там заправляет его приятель. Больше никаких штрафов за парковку. Одно хорошо на этом посту, не надо выписывать штрафы за парковку. Синклер сделал улицы такими узкими, что машина на виллу просто не проедет. Может, учитывая проблемы с ресурсами, он не хочет, чтобы люди тут жгли бензин, да и шума от транспорта нет. Шеф сказал, что дело не только в этом. Синклер хочет, чтобы вилла давала людям ощущение уединения. А мне что-то за дело. Главное, не возиться с паркующимися в два ряда нахалами и не растаскивать пробки, потому что какой-то огромный Крайслус не может развернуться. Но вот интересно, когда народ будет сюда, как народ будет сюда добираться? Уединение уединением, но это прям экстрим какой-то. Так, проводник, где пищит? Да елки-палки. Все, уже не пищит. А, там просто радио, да? Обычное просто радио шумит себе. И... Космический нож, еще один сенсорный модуль. Ладно, идем дальше. Отключить все радио как-то надо, да? Фишка. Забираем. Так, тут пусто. Поднимает большой палец вверх. Где-то, значит, рядышком еще один тайник. Ну, или что-то интересное. Скорее всего. Гронга Кварвар. Давайте изучим сразу. Угу. Холодное оружие увеличилось на 4. Окей. Так, пылесос мне не надо. А вот виски, скотч-виски.
Так, а что же, где ты что-то видишь? Что ты хочешь мне сказать, а, Кристи? Вроде ничего интересного нет. Ладно, потопали. Дальше. Опять поднимаем большой палец вверх. Может, где-то что-то мы еще и найдем. Пепельница нам точно не нужна. Это мы все забираем. Чемоданов не вижу. That's me there on the table. The disc. My voice. Can't take any chances, though. You may be some victim who simply stumbled down here. If so, can't let you let dog out. No, not yet. If you're who I think you are, you came to fetch Dog. Use him to drag others here. Now I'll use you and that Pip-Boy you're wearing. You're smart, clever. The key to Dog's cage is simple. Take my voice to the cage above. Let me speak to the beast inside. Then you and I, we can talk. Прям психоделика. Ладно, диск нам нужно вернуть, это понятно. О, все, уже нигде ничего не пищит. Это радует. Так, ну она где-то показывала, маяковала, что где-то у нас тайник. Вот опять она принюхивается. Она унюхала что-то интересное. Но я ничего интересного тут не вижу. Так и знал, что я эти шкафчики не пооткрывал. Блин, ну Крисе я ничего не вижу, ну реально ничего не вижу, не знаю. Идем дальше. В смысле, уже не дальше, а наверх. Если там был где-то тайник, то он реально хорошо спрятан. Так, сохраняемся, а то сейчас что-то будет стрёмное. О, вот оно радио. Еще одно, да, которое мы выключили успешно. Makes dog hurt self. Не-не-не-не, спать я не хочу. Спать это плохо. Так, вижу там журнальчик какой-то, надо взять. Фантом, бинокль. Оу, левелапчик. Ой, патроны. Так. Так, смотрим, что мы себе сейчас вкачаем. Что мы вкачаем? Медицину пятерочку кинем обязательно. Давайте. Скрытность. Оружие до 50 доведем. И, наверное, вот во взрывчатку парочку очков кинем. Так, легкое касание. Ой, а что здесь я брал, я уже не помню. Я левелапался, получается, когда, да, заканчивал эту основную сюжетку. Приз. Сколько всего интересного. Дружеские подколки. Лазаров начальник. Так. Очки действия, и ну, я редко пользуюсь ватсом все-таки. Так. Ненасытный читатель. Угу. По-моему, я брал солнечную батарейку. Я вот что-то мне кажется, что я брал солнечную батарейку. Или нет? Или да, или нет. Так, за каждую поврежденную конечность. Хакер нам, в принципе, не надо. Сопротивляемость химии распада. Возможно, цепная реакция. Так, критический урон, живчик. Хотя вот...
наносит 50 больше урона при каждом критическом попадании по врагу. Надо брать. Весьма солидно. Криты — это хорошо. Мне тем более там и довольно много... довольно много... Хотя я все-таки хотел давно взять какую-нибудь вот или мисс удачу, да, или что-то здесь похожее есть на мисс удачу, как называется. Так. Сила вашей личности. Так, так, понятно. Или вот... А, нет, 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 не друг ночи. Блин, а как же там второй такой перк назывался? Ну, давайте я вот мисс удачу возьму. Я вот все-таки хочу попробовать просто посмотреть, что это такое. Именно в тот момент, когда ваши враги думают, что дело в шляпе, приходит мисс удача и ставит все с ног на голову. А, появляется только в режиме ватс. Принести победу тогда, когда поражение кажется неминуемым. Ну ладно, раз я ватсом не пользуюсь, тогда критический урон. Бинокль я брать уже передумал. Окей. Тут ничего не было. Окей, там что-то сверху. Код торгового автомата, ремонтный набор оружейник. Вот я понимаю, это интересно. Так. Забираем все. Пепельницы нам не надо. Металлолом. Но возьмем. Так, где-то еще все-таки радио было, ну. I'll be good this time. I promise, master. Just keep him away. Это радио почему-то не выключается. Так, что надо сделать? Опять она поднимает большой палец вверх. А, может, это еще радио? О, ну наконец-то я допер. Так, хорошо. Автоматическая винтовка. Это уже интересно. Виски тоже заберем, будем бухать когда-нибудь. Так. Патрон. Отлично. Стимуляторы, металлический ящик пустой. Угу. Гранаты, пойдет. Скотч, виски, отходы электроники, изолента. Вроде бы все. Все забрал. Вот еще одно радио. Ну, наконец-то я выключал все радио. Так, и что мне нужно сделать-то? Я принес вроде бы, да, то, что нужно было. Обводит пальцем помещение. Так, а тут я читал все. Визит Синклера, камера содержания, трансляция. Да, это все было. О, еще один. Спок. Пойдет. Еще один код. Так. Нужен ключ. Кристиан. Задание. Подойдите к камере Дога и с помощью прибоя проиграйте аудиозапись. Да. Кодда, кодда, кодда. Команда Догу. Dog, back in the cage. What have we here? You weren't who I was expecting. I'm disappointed. Still, even if you aren't my intended guest, you take direction. Good. You can't have been an idiot to figure out how to release me from my cage. Or perhaps you are, with that leash on your arm, and the one around your neck. With our collars and manacles, why, we may as well be kin. Что у тебя с голосом? I'm the voice of reason. I sleep sometimes. Down in the basement, in the cage. Now that I'm awake... Dog goes back in the cage. Dog knows I'm here, but can't do anything about it. I'm his... conscience.
Keep him tame. Keep him from hurting us. Doing foolish things. I've been trapped in here for some time. Then you come along and let me out. So, you opened my cage for a reason. Now, I want to know why. Так. That's the easy explanation. The one humans use. Pre-war technology. As if it's the cause of all ills, mind and body. I needed to come out of the cage to protect Dog from clever humans like you. Do you see these wounds of his covering his skin? The bear trap on his arm. He placed his own hand in it. The name he carved in his chest. To remind him of who he is, he inflicts pain on himself to silence me. When all I try to do... he cuts, hurts, and tries to murder me out of him. He won't succeed. Just makes me angrier. Dog is the beast. We simply change cages. Like the ones here. Мне казалось, тут будет кто-то с таким же ошейником, как у меня. Где твой ошейник? It's close. Closer than I'd like. Dog's been into things. Needs to think before he eats. Chew before he swallows. He's eager that way. Now the collar's a part of me. Inside. I can feel its electronic heartbeat. Clicking and burning down below. Like before. It was cold and heavy before going in the cage. Now you're here, and it's pulling and kicking again. Tugging like a leash. Interesting. Если ошейник внутри тебя активирован, я тут ни при чем. Really? Yet it led you here, to me. And now you're here, and it's burning a hole in my guts. Maybe it's crying for its owner. Так. Как ты или кто угодно мог съесть ошейник? They detach. When segmented, they look like nothing more than metallic rad scorpions. And if they're attached to neck flesh, warm, red... Dog doesn't care what's on the body he's crushing in his hands. He'll mangle it, twist it, make it fit until he's full. Dog can't help himself. Hungry, greedy. And now the collar's inside, alive again. And we're trapped here until it goes cold. Так. Ладно, у меня есть... я хочу вытащить тебя отсюда. No. No, I don't think so. Even in here, I have more control than you do. I'm not leaving until the one who controls the collar shows. Not his voice, not his hand, not his lackey. Him. And when he comes to see me, we'll settle things. So go on. Go back to your master. Tell him I'm waiting for him. Dog may follow him. I won't. Так, если ты со мной не пойдешь, он взорвет наши ошейники, и твой, и мой. Then I still win. I'd rather die in this cell than have Dog follow him any longer. Follow his orders, his commands, desperate for recognition. The old man, he has the need to hold on to the past, to the Madre. I'd rather be free. Let go of this shell. Than have it cage me any longer. They all wanted their freedom at first. Then they realized they could get inside the Sierra Madre. After that, their freedom wasn't important anymore. They couldn't let go, just like the old man. So you say you want your freedom? No. Even if you feel that way. It won't last. You'll forget, get greed blind, and you'll turn.
Так, у меня такое впечатление, что Док больше хочет выйти из клетки, чем ты. Dog? You're not talking to him now, are you? No. Even if you could drag Dog out of his cage, you still couldn't get him out of this cage. I put him here for a reason. If he could have escaped, he would have. So here he stays. Я не могу уйти, пока мы с этим не покончим. Of course you can't. This cage is locked tight. From you and the old man. Значит, тебе все известно о том, как и почему я на вилле. Of course I know. Even if I don't see it happen. Down in the cage, I hear echoes of the footfalls, the click of the collars. Every time I see one of you, I know exactly how you got here. You couldn't help yourselves any more than Dog can help himself. You heard the voice, the promise, and then you walked right into one of the old man's traps. Then Dog comes for you, drags you here. Так ты знаешь дорогу отсюда? The way back doesn't matter. Try to leave, try to disobey, and your collar ends the journey faster than you can say, begin again. You're clever. You'd be able to find a way back if you left the villa. Dog can... I can find the way back, if back is where I even wanted to go. Until the old man lets you go, you're going nowhere. This beautiful paradise, with all its toxins and death, it's home. Так, зачем ты меня сюда притащил? Me? You think I want to haul bodies around the waist like a Brahmin at the whip? No, Dog does it. When the old man says fetch, Dog fetches. You were in a man trap, and Dog made his rounds and dragged you here. When, I don't know. But it must have been recent, before the cage. Так. Что ты знаешь о старике? Elijah. Human. Weak, like all of you are. Feeling age circling him like starved dogs, howling for blood. To me, he reeks of age and failure. And madness. To me, he is simply the old man. To Dog, he is master. His name, meaningless. Running out of years, hopes and dreams running through his withered hands like sand from the big empty. And scorched by the sun. The old man, this Elijah, tried to hold the sun in his hands. Arrogance. Was cast down for it. Icarus' crime was to fly too high. Elijah wanted to bring the sun down to him. Arrogance. История с Гелиос 1, когда братство стали было отбито. Выбито, можно сказать, даже, да, из Гелиос 1 НКРовцами. И тогда был Элайджа главой, да, и после этого он пропал, собственно, видимо, пришел сюда. Но что-то теперь он хочет попасть в казино, как-то странно. Но посмотрим, может быть, в казино там какие-то есть супер-пупер довоенные технологии, до которых он хочет добраться, потому что Вера нам рассказывала, да, о том, что у Элайджа была особая заинтересованность в довоенных технологиях. А тут, ну, казино как-то слишком это просто и, ну, немного не то, мне кажется. Ну, посмотрим, может, он просто свихнулся там. Бывает. Так, что он здесь делает? Давайте посмотрим. Heard the call of the Sierra Madre, just like you did. Exactly the same way. Finds out it's more than a story. Comes to this shining, poisonous grail, this jewel of the desert. Dog knows him more than I do.
Dog's always nodding, always obeying him, because he's weak and hungry and greedy for Master's affection. Так. Все. Of course. Так, ты не стал бы запирать сам себя, не будь у тебя ключа, чтобы выйти. The key? Why, it's the old man, the one who brought us here. I hid the key on me, so Dog wouldn't know. I just need the old man to show up, so he and I can talk. If Dog was in control when the old man appeared, well, he would just do whatever he commanded, as always. And I can't have that. Так, если у тебя есть ключ, старик может приказать Догу открыть клетку. Dog obeys, yes. Why? Do you have some means of contacting the old man? Я могу включить его голос. Да, у меня есть запись Пип-Боя. You don't play it. If you do, I'll find a way to get out of the cage. End you. I'll murder you. Crush your arms and legs until... Прощай, кем бы ты ни был, я выпущу из клетки Дога. No. No, no, don't! I'll make you suffer for this, I promise you! Although it may not matter. I suspect the Sierra Madre will be reward enough for ones like you. Включите аудиозапись Элайджа. Master, Dog not hear you come in. Too hungry now. At cage door. Master, Dog is listening, now you are close, and he can hear you over hunger. Теперь, когда ты проснулся, Дог, хозяин хочет, чтобы ты его слушал. Master, Dog is here. What does Master want? Дог, где-то в тебе есть ключ, найди его и брось мне. Dog... Dog doesn't have a... Here it is. Dog... Dog didn't know it was there. How did it get there? Отдай мне ключ, ты же хочешь выйти из клетки, правда? Yes, Master. Master sounds different, quieter. Master, Dog doesn't want to be in the cage anymore. Dog will be good this time. Dog promises. Отлично, нам пора, иди за мной. Already have a dog with you. Начинается. Dog will meet you at the fountain. Maybe find food on the way. Я не против. Мне Кристи как-то больше нравится, хотя, да, напарники здесь какие-то все чокнутые такие. А, хорошо, хорошо, ребята, мы выпустили очередного нашего, да, компаньона, скажем так, в беде в нашей. Ну и на этом, я думаю, можно серию закончить, тем более уже практически час прошел. Всем спасибо за просмотр, и мы продолжим в следующей серии. Пока!